Ребята, всем привет! Меня зовут Аня. Это игрушка под названием Hello Neighbor 2. Мы ее с вами продолжаем. Если что, я записываю две серии подряд, поэтому если пишете комментарии, я их, соответственно, не вижу. Что было в прошлой серии? В прошлой серии мы закончили исследовать дом соседа и перешли вот в эту вот пекарню. Мы ее сейчас изучаем. Если честно, я не знаю, зачем мы это делаем, но мы это делаем. Пойдем смотреть. Так, что вообще? Давай смотреть по тому, что у нас есть. Блин, да что такое дос чешется? Я не понимаю. У нас есть чайник. Ключ, огнетушитель, я не знаю пока зачем. Ключ, я, кажется, знаю, где мы его можем применить. Это, наверное, на втором этаже. Там вроде был замок, могу ошибаться, но вроде был. Вот здесь. Нет? А для чего этот ключ? А что-то было еще на замке? Блин, она идет сюда. А что было на замке? Вот это хороший вопрос. Блин. Она такая... Черт возьми, не поймала тебя. Да ты меня не поймаешь, как бы. У меня слишком... слишком все четко сделано. У меня для чего-то ключ. Я не знаю для чего. Здесь ключей нет. Вот этот вентиль, я не знаю для чего. Ножницы. Так, огнетушитель, подожди, стоять. Стой, что ты делаешь? Возьми! Давай сбросим сюда вот это вот. Я не уверена, что мы будем им пользоваться. Пока что. Я хочу отковырять вот здесь эту штуку и что-то здесь взять. Это что такое вообще? Это что вообще такое? Для чего это? Что это вообще такое? Это для чего? Это кусочек чего-то? Пойдем посмотрим здесь. Я не понимаю пока что. Может быть, я могу вот это открыть? Блин, она меня увидела. Как-то. Я не знаю, каким чудом она меня заметила. А для чего вот эта штука? Это что вообще? А я здесь вообще... Есть еще какие-то проходы? Может, есть здесь что-то... интересное для меня. Ни хрена себе. А чего я такая маленькая? Я не понимаю. Непонятно, что. Для чего мне вот эта вот хрень? Чтобы что? Чтобы консерву открыть? Или что? Вылазь! Чуть не поймала. А здесь ничего не было, кстати. Может быть, здесь что-то было? Нет. Ладно, что у нас есть? У меня есть чайник и ключ. Ключ для чего-то, я не знаю, для чего. У меня есть для чего-то ключ. Ладно, что у нас было там? Из ключей больше ничего такого не было. Вот здесь ключ, он не подошел. Ну, давай еще раз проверим. Может быть, я как-то неправильно нажала, не знаю. Вполне возможно. Бля. Да что ты палишь-то постоянно? Так, а что не так? Это не отсюда ключ. Ну, ладно, давай попробуем еще на втором этаже посмотреть. Может быть, я как-то неправильно нажала и... Вполне вероятно.
Ну, видишь, здесь он красный. Что за бред? Я не поняла ничего. О, нашли одну из. Так, хорошо, это хорошо. Кто не понял, мы собираем вот сюда вот все недостающиеся элементы. Так, это что? Это шестерка. Нам остается 1, 5 и 7. У котика еще одна была. Но чтобы у котика нужно, короче, вот эту штуку взять ему. Но нужен ключ. Нужно где-то найти ключ. Мне кажется, на втором этаже мы можем как-то что-то сделать. Давай попробуем, но... Что-то я не знаю. А что здесь еще может быть? Нормально, листочки через дерево пролазят. А здесь больше ничего не было. Здесь никакого взаимодействия нет. Да что она постоянно мучает меня, не понимаю. Уйди уже, пожалуйста. Вредная. Здесь ничего нет. Здесь тоже. Бля. Чуть не поймала. А здесь есть вот эта штука. Я только что заметила. Еще и время выбрать. Ты чё? А может быть здесь часы были вот эти вот? 10:35. Так, вот это маленькая. Давай. 10:35. А кто не понял, вот часики и, короче, ответ найдете там. Так, хорошо, мы нашли семерочку, допустим, допустим. Вот сюда. Что у нас остается? У нас остается единичка и пятерочка. Хорошо, здесь вроде как, я не помню, это не здесь нет ничего. Что у нас есть? У нас остался чайник. Может быть, нужно его как-то сюда поставить или что делать вообще? А нужен ли нам еще лед, бляха-муха? А нужен ли нам? Нам нужно, наверное, набрать сюда воду, вскипятить. А для чего это делать? Для чего это делать? Ну, у котика не последняя, а предпоследняя. Нужно набрать воды сюда. Ну, вон есть. Мы можем там, в принципе, набрать, как вариант. Как вариант я могу это сделать. Вот сюда набрать. Можно? Нет. Но здесь больше ничего нельзя потрогать. Вообще просто ноль. Здесь тоже ничего нет. Тоже ничего. А, ну, слушайте, я не знаю, что здесь еще есть. Здесь больше ничего и нет. А, ну, тогда, наверное, на второй этаж. Смотреть, что на втором этаже. Есть какой-то вентиль. Я не поняла, для чего он вообще. Мы его для чего-то включаем, а для чего? Вот эта картина, если с ней взаимодействие, а то она такая прям насыщенная, красивая. Нет. Блин, идет сюда. Ты мне надоела уже, ты можешь так не душить. Опачки, это что-то... Ты сюда можешь еще залазить, а ну... А для чего?
А для чего тебе это делать, скажи? Нет, что-то не может. Опачки, подожди. Хитрожопно, как сделали! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну что такое? Хитрожопно, как сделали. Ой. Спрятали прям вообще. Я бы никогда не додумалась, что там есть что-то. Вот хитрожопы. Так, ладно, у нас пятерка. Осталась последняя, это у котика. Так, хорошо. Последняя у котика. А здесь есть что-то вообще? Нет. Осталась последняя у котика. А как же открыть? Вот это меня интересует вопрос. Нужен ключ. Есть еще какой-то вентиль, какое-то взаимодействие с вентилем. А может быть, вентиль отвечает именно за полив воды? Как вариант. Блин, она вышла. Залезь, пожалуйста. Ну же. Что, не можешь залезть? Блин. Дай подумать. Где можно достать ключ? Нам нужен еще один ключ. Что ты там делаешь? А как же нам достать ключ? Есть взаимодействие с вентилем, у нас есть чайник. Бляха, для чего чайник? Я без понятия, если честно, для чего чайник нужен. Но чайник логично набрать воды и что-то растопить, либо поставить куда-то его. Все, она ушла? Может быть, мы включили эту штуку, чтобы вот кустарник этот взять. Блин, а для чего это все? Ага. Ну да, получается. Я поняла, для чего. Это отключает полив воды, у нас вырастает новое растение, окей. А можно ли нам как-то пробраться наверх? Вот сюда. Что, нет возможности, что ли? Не верю в это. Занимаюсь какой-то фигней непонятной. На крыше есть что-то? Можешь забраться? Наверх! Нет, никак. Но здесь ничего нет, кстати. А здесь? Здесь есть какая-то лестница. Но это все то же самое. Это то же самое все. Блин, а где же последний ключ, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Что она постоянно не понимает? Мне показалось, или у нее в джинсах ключ? Если это так, это... Ребята, зачем вы это делаете? Подожди, сейчас она придет. А как забрать ключ? Хороший вопрос.
смотри, у нее сзади ключ. Блять. Она меня здесь же не будет ловить? Ну, я просто как клиент. У нее в джинсах был ключ того же цвета, что и ее джинсы. А-а-а! Стой, куда? Назад. Нет, нет, нет. Подожди. Это вообще как? А для чего мне чайник? На. А ты мне дай вот эту штучку. Я ж тебе положила, что такое? Ути, булочка такая маленькая, кушает. Так, ну мы все, получается, собрали. Ни хрена себе, мы прям ловкие за одну серию, получается, все успели сделать. Ловкие пальчики, ну давай. И что должно получиться? Один. Получено достижение как 2×2. Что это за музыка? Такое чувство, как будто бы она сейчас превратится в оборотня и разнесет здесь все. Так, подожди, у меня ключ. А для чего ключ? Знаешь, что мне кажется, мы можем сюда уже пойти и открыть двери этим ключом. Давай попробуем. Потому что там уже загадок никаких не оставалось. Мне кажется, мы можем уже сюда пройти. Тем более такие массивные. Ну да, 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 я думаю, сюда. Уу! 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 Здравствуйте! Сосед. А сосед здесь сидит, да? Ну что ж. А, хорошо. А можно здесь как-то пооткрывать дополнительные двери, окна и прочее? Так, это закрыто. Это, наверное, с той стороны открывается. А что он здесь делает? У меня вопрос такой появился. Но здесь больше ничего нет. Единственные двери это только там были, а вот здесь еще есть. А, окей, хорошо. Ну, давай посмотрим. Может быть, может быть. Здравствуйте! Ага, он сел. Ничего больше не делает. Для чего это окошко, пока неизвестно. Давай чисто посмотрим. Так, сюда что-то положить можно. Наверное, какой-то... А, здесь домики нужно, да? Здесь ключ. Ключа у меня пока что нет, подожди. А, вот есть один домик. Это вот сюда, получается, красный. Остался желтый и синий. Желтый и синий. А есть вот сейф, но не рабочий. А, подожди, давай попробуем. Так, не закрывай. Там было еще окно. Давай залезем с другой стороны. Может быть, я так по-читерски смогу забрать еще один домик, как вариант. Почему бы и нет? Так, где здесь окно было? Я пробежала по кругу, yes. Здравствуй, сосед. Что ты у них занимается? Ах, не повезло. Повезет в другой раз, да? А как же забраться туда, к нему, если он палит постоянно? Или мне смотреть здесь в окошко, куда он пошел, куда не пошел, а? Так, он здесь. А куда мы можем пойти спрятаться таким образом? Ага.
Ладно, он может сейчас сесть, и мы можем тихонечко пройти. Тихонечко. Прячемся. Стекла там понабрасывали. Ты смотри, что происходит, хитренькие. Так, не-не-не, он не мог меня заметить. Даже не думайте об этом. Ходит где-то, ходит. Там, кстати, с монтировки можно было открыть дверь. Блин, я хотела только сейчас выходить, и в этот момент он пришел. Что ты там делаешь? Расскажи, покажи, пожалуйста. Ничего, закрыл дверь. Хорошо. В гараж. А тут есть вообще что-то? А для чего нам в гараж нужно, собственно? Можно здесь прятаться. Это для машины? Это голова свиньи, кабана. А, хорошо, но это, скорее всего, нужно куда-то туда. Здесь есть еще что-то. Здесь нужно что-то, чего у меня нет. Ключ нужен. Бля, по-моему, он услышал меня. Оно все такое скрипучее. Понятное дело, что слышно. Так, хорошо, мы взяли голову для чего-то, я не знаю для чего. Что-то где-то скрипит. Бля. Да что оно скрипит постоянно, я не понимаю. Вот та часть, она полностью почему-то скрипящая. Странно. Может, по ковру не нужно ходить? Как вариант. А здесь еще что-то есть, ты смотри. А что он делает вообще здесь, в музее, я не понимаю. Что ты там будешь делать? Ты вышел? Это, наверное, куда-то нужно на стену повесить или куда? Как вариант. Вот здесь двери еще. Я предлагаю их тоже открыть. Ясно, эти половицы что-то отвлекают внимание. Тут монтировка тоже есть, кстати. А куда же повесить-то вот эту башку непонятную, я не понимаю. Так, он ушел. Здесь вроде как больше ничего и нет. Ну, визуально так вроде ничего не видно. Здесь, я не знаю, пройти, не пройти. Ну вот это мощно, птица, конечно. А я пройду здесь тихо. Не уверена в этом. Блин, а как же нам тогда это сделать? Красиво, осторожно! Так, ладно, развлекайся пока что. А, он ушел, Барри. Через окошко можно палить, что он делает. Может, на второй этаж пошли? Бляха, половица скрипущая.
Черт возьми, ладно. Здесь тоже открыть. Хорошо. Где он есть вообще? Надеюсь, он не заметил меня. Ясно. Короче, вот эти вот заделанные половицы... заделанные половицы... по ним ходить нельзя. Я надеюсь, он уже ушел. Давай. А вот сюда? Нет, подожди, это не то. Вот, вот сюда. Он внизу, хорошо. Так, одна есть. Нужно еще рыбы, акулы и... получается еще что-то. Так, хорошо. А это что? Здесь нужен ключ. Капец, тут такая большая локация. Я просто в шоке. Здесь тоже можно открыть, кстати. А что здесь? Опачки. А здесь мы можем пробраться. Давай сразу это сделаем. Если бы могли. А чего, не можешь залезть? Не верю. Не верю в это. На крышу можно залезть. А, ясно. Нам нужно собрать, получается, еще две башки. Здесь что-то есть, и здесь что-то тоже есть. А, давай посмотрим, что здесь. Это для чего? Чтобы что? Непонятно пока что. Здесь есть куда-то путь наверх. Давай. Куда-то иду, не знаю куда. Здесь тоже какой-то путь. Так, нужно пробраться как-то туда. А каким чудом это сделать? Мне кажется, здесь нужно пробраться. Я что-то не заметила в тот раз. Так, забираемся здесь. Я слышала плач, или мне показалось? Жесть! А что здесь вообще происходит? Я не понимаю. Стоять. Что это было только что? Что это такое? Менять направление для чего? Ладно, пока что это неизвестно. Вот туда наверх можно забраться? Зачем-то? Давай посмотрим. Блин, красиво так, смотри. Так, хорошо, мы забрались наверх. И что? Домушник. Полученное достижение, домушник. Вау, смотри, сколько можно скриншотов всяких поделать. Давай. Наделаем скриншотов всяких. Пусть будет. Блин, ну я уж не знаю, что здесь можно еще глянуть такого. Можно посмотреть второй этаж как вариант. Как вариант. Ой, подожди, а здесь можно так вылезти, чтобы не упасть? А что вот это за проходы такие странные, я не понимаю. А здесь можно как-то это убрать? Монтировкой. Здесь кто? Здесь ребенок? Я вижу ключ. Бля, там кто-то есть. Там кто-то плачет. Прикинь. Прикол. Вот это прикол. Вот это интересно, конечно. А, ладно, предлагаю спускаться, обследовать второй этаж. Нам нужно обследовать второй этаж. Потому что мы его не досмотрели, а это полезно будет сделать. Так, что на втором этаже? Чердак. А для этого что нужно? Ага, это все открывается. Там кто-то плачет. Тут все комнаты закрыты, да? Тут тоже нужен вентиль вот этот. Здесь комната.
Это куда ведет? Жесть, здесь столько всего, я уже запуталась, что здесь делать. Опачки. Это на первый этаж, подожди. Мне на первый этаж не нужно. Увидел? Каким образом? Ты где? А как ты меня увидел, скажи, пожалуйста? Черт. Че, будем бегать по кругу? Ну давай. Блин, он быстро бегает, кстати. Бегает так же, как и я. Ну что ж, ладно, давай. Ладно, есть вариант упасть здесь где-нибудь. Давай. Пока мы упадем, ты там смотри, что надо тебе. А, подожди. А что здесь есть? А что там за двери были заколочены? Я не поняла ничего. Вот эти вот. А как туда попасть? А как туда попасть? А, наверное, вот здесь вот на... Ясно. Так, ребятки, я думаю, на этом моменте мы с вами закончим. Спасибо большое, что посмотрели со мной этот отрезочек. Не забывайте также лайкать, комментировать, подписываться. Всем пока!